Мы на месте. Мы приветствуем Оксану, интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Доверит. И я даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Оксаны, под ногами 360 градусов вокруг нее. Сканер сканирует систему тонких тел Оксаны, находит все. У него 2 интерферента, вес, и у него в ногах какая-то штука, спотыкаться идет слово. На одной ноге стоит она. И еще кто? И красный дракон. Красный дракон. Какой красный дракон? 57-32. 57-32, красный дракон. Что ты здесь делаешь-то, а? У тебя есть контракт на нахождение здесь? Нет, воюю. Она воинственная, хочет воевать. И я подключился на эту частоту. Да ты что? А ты не ожидал, что можно отхватить, подключившись на эту частоту, а, красный дракон? Для меня это как приглашение. Хочешь воевать, я здесь. Ну а что в этом плохого воевать с такими, как ты? Надо инструменты иметь. И можно и воевать с такими, как ты. Так показываем, что нельзя здесь находиться в матрице Земли. Это не их место обитания. Ты а мы не понимаешь, когда я вижу мирный настрой, я мирно прохожу мимо. Когда я вижу настрой воевать, я втягиваюсь, потому что мне нравятся эти энергии. А когда я вижу таких, как ты, я достаю печать дракона и включаю на полную мощность. Вот как с этим жить? Не приглашать драконов. Дракон. Тебя никто не приглашал. Не рассказывай мне сейчас сказки, или я тебе сделаю действительно сейчас больно. Мне абсолютно все равно, какой у тебя уровень. В этой клетке стояли и трехглавые драконы с пятизначными цифрами. Так что не рассказывай мне здесь, как все устроено. Я это отлично знаю. Ты находишься здесь по контракту? У тебя есть контракт с ней? Нет, все. Только приглашение. Нет, никакого у тебя приглашения, и контракта у тебя нет. Если я сейчас спрошу у нее, приглашала ли она красного дракона, она скажет нет, то я достану печать и сделаю тебе таки больно. Оксана, вы давали дракону разрешение на нахождение в вашем биополе? Вы приглашали его? Нет, не приглашала, но война действительно идет каждую ночь с змееподобными. А какие змееподобные? Вы можете объяснить? Мы их здесь не видим. Сны снятся. Хорошо. Ну так может это ложные сны? Откуда эти сны идут? Ставим монитор и давай посмотрим природу этих снов. Откуда они идут? Кто их посылает? Кто их транслирует? Мы никого не видим, кто это делает. Бес таким не занимается. Красный дракон, ты посылал какие-то змееподобные сны? Нет, но я за них зашел. А откуда они, красный дракон? От желания воевать. Ты хочешь сказать, что это она сама вырабатывает эту мыслеформу? Энергию. И я на нее зашел. Эта энергия притягивает. Я сейчас опять тебя не понимаю. Хорошо, у нас 2 интерферента. Сколько находил? Какой у нас бес? Посмотри, Вера. 9. 9-герцовый. Сколько ты находишься в этом биополе, бес? Он считает. Не считает. 8 или 9. Хорошо, на что ты зашел? Подножку поставил ей. И сколько у нее герц было, что ей мог подножку поставить? Озабоченная она. Чем? Плечами пожимает. Он показывает, как он такую, как прямоугольник бросил в ноги ей, где она споткнулась. И сколько там герц в этом треугольнике? 14. То есть у нее было ниже 14 герц, раз оно пробило, да? Ага. Ну хорошо, тогда понятно. Хорошо. Начинаем с реверсии энергии. Даю команду тонкой копии Оксаны спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам энергии всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилию потоки в 50 раз. Сколько ты находился, красный дракон, в этом биополе? Идет цифра 4 месяца. Здесь бес рассказывает, просто он показывает на нее, и как подключка происходит. В голове у нее очень много мыслей. Они перетягивают ее. То есть у нее мысли без знаний, основы нету. Но есть воинственность. Горе от ума. Понятно. Нет теории, но есть желание воевать. Ага. Да? Ну, это, конечно, да. Тут ты не поспоришь. И он показывает, что все энергии тут в голову. Это давит ее, а ноги становятся пустые. И там он может подбросить вот эту подножку, как он говорит, на пустоту. На эту. Понятно. Хорошо. Есть какие-нибудь затемнения в ее биополе? Без? Разгармонизация. У нее пустота в ногах и вверху энергии. Нет затемнений. Угу. То есть ты ничего не закончился. Понял. Ты ничего не можешь забрать оттуда, да? Сейчас. Нет. А эмоциональный фантом, есть там что-то? Немного. Он показывает светло-серые какие-то клубы в ней. Он видит.
Хорошо, все. У моего намерения эти светло-серые клубы эмоционального фантома выходят, формируются в шар. Включая внутренний белый свет Оксане, она выдавливает это все, и эти энергии формируются в шар перед ней. Вышел шар. Большой? Чуть больше меча. Но он бледный, бледный серый энергии. Понятно. Забираешь бес? Давай. Отправляю бес. Хорошо. Установили фильтры золотой сеточки на все каналы в порядке реверса. Оксана забирает все чистые, светлые, божественные энергии обратно. Пошли энергии божественные и чистые. 1, 2, 3. Все, что у нее похитили, все, что они изъяли до последней капли, возвращает Оксана себе обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Значит, дракон найдет информацию. 4 месяца назад он за ней стал наблюдать. Зашел он меньше 2,5. 2,5 месяца, понятно. Во сне зашел? Ну, конечно, на воинственные. На драку, он говорит. На драку. Я не пойму, откуда эти змеи? Кто мне может о них рассказать из вас? Из-за того, что энергия у нее в голове. Да. Большинство голова не отдыхает. Мозг постоянно вырабатывает мыслеформ. Понятно. А все мысли у нее космических, поэтому формируются картинки. То есть она получает то, что она хочет увидеть или боится, притягивая это в свою жизнь. Правильно это понимаю? Это интересно ей, она не боится, но нет знаний. Есть поверхностная информация, которая выходит змеями и другими картинками во снах. Да, мы такое встречали уже, конечно, да, такое есть. То есть анализа там нет, да? Там нет знаний, анализ есть. Вот именно. Анализ есть, а знаний нет. Хорошо. Как у нас с реверсом? Закончен. Хорошо, красный дракон, выходи. Вытаскивай все, что ты там оставил в ее биополе. Плату установил? Были а в третьем? А как же энергии все наверх идут? Ну, понятно. Тут я их скапливаю. Третий глаз? И сердце? Нет, выше. Горло? Горло и выше. Коронную чакру забрал, да? Нет, 2. Горло и 3 глаз. То есть то, что она видит, и то, что она говорит. Снял. Хорошо, бес, твоя очередь. Выходи, вытаскивай все, что ты оставил, отключайся полностью. Приступай. Он разводит руками, он ничего не оставил. Подножка у него там была, как он ее называет, она как кирпич. На клетке. Понятно. Хорошо. Значит, если все тогда забрали под этой подножкой, открывается воронка в галактическое ядро, она уходит на переработку, закрывая, печатаю, растворяю. Красный дракон, я хочу получить у тебя слово красного дракона, что ты больше никогда в это биополе не зайдешь. Даю слово. Готов уходить? Но было интересно. Готов. Всегда бывает интересно. Но есть вещи, которые нельзя повторять. И это как раз тот случай, если ты не хочешь столкнуться с другой реакцией. Есть места, куда не надо переходить после того, как уже тебя предупредили. Все понятно? Он понял, да, он понял. Хорошо. Открывается наверху портал против часовой стрелки на 4 красного дракона. 1, 2, 3. Красный дракон забирает все, что принес, уходит на свою чистоту, закрывая, печатая, растворяя. Он сказал, что оно далеко пойдет, как-то будут знания, но пока ему было интересно. На этой стадии наблюдать, вполне понимаю его. Хорошо. Готов. Бес, готов уходить? Готов, да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте беса. 1, 2, 3. Бес забирает все, что принес, уходит на свою чистоту, закрывая, печатая, растворяясь в огненную пентаграмму. Ему нечего забирать, ты выкинул его под ножку. Ну все, значит, тогда уходит сам. Готов. Хорошо. Даю команду сканера на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Поехали по частотам. Пусть тонкая копия Оксаны вспомнит самый счастливый момент жизни и даст нам числовое значение. 670. Поднимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии Оксаны до числового значения 670 Гц. Пошел подъем. Внутренняя гармония и умиротворение. Вот эти энергии намного важнее энергии воинственности. Она показывает, она может парить, как она говорит тогда, ровно ей, хорошо. Конечно. Это первое. Второе, Оксана, змеи нет. Это плод ваших фантазий из-за этой воинственности. Здесь мне нечего было сказать сущностям сегодня, потому что они правы. Такая проблема действительно существует, они чувствуют энергию. Я сам попадался на это несколько раз. Из-за воинственности, поэтому пришлось переосмыслить некоторые моменты. Но если вы постоянно о чем-то думаете, оно вас притягивает. Как вы видите, у вас не было никаких змей, у вас был красный дракон, который зашел только на эти энергии воинственности, и бес,
который, соответственно, когда зажил красный дракон, который сидел 2,5 месяца, он опустил ваши вибрации. И тогда зашел и бес, у которого 9 Гц. Она смеется. Говорит, вот это ровное состояние, мне очень нравится, а знания буду получать. Хорошо, отлично. Только не надо никакой воинственности и страха, уверенность нужна в нашей работе. И вообще в работе по развитию себя. И, конечно, фундаментальные знания. А сейчас будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа. Для усвоения энергии вибраций возвращаем тонкую копию Оксаны в ее систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключайся от объекта и поднимайся в свою комнату диагностики. Пошел подъем.